Более 1000 нарушений правил дорожного движения, 25 аварий, 2 человека получили травмы. Цифры, которые характеризуют суточную дорожную ситуацию в регионе. О ДТП в Заволжском районе Наталья Валуйская. В Заволжском районе города Ульяновска на Димитровградском шоссе, дом 5, в 14 часов, по предварительной информации, водитель, 58-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ, не справился с управлением, совершил занос автомобиля и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением водителя, женщины 37 лет. В результате ДТП водитель автомобилей УАЗ и Kia Rio доставлен в медицинское учреждение.